американцам спасибо. British Helmets. До показа. Человек, которого душит жаба. Я помолился, друзья, я помолился. Roger that, Sally. Друзья, сняли карантин. Смотрите, какая красотень, трототень. Друзья, сегодня попробуем покопать. Приехали на немецкий штаб. Мы, как всегда, любим немцев. Немецкая машина. Смотрите, как прекрасно, комрады. Просто, погода супер. Птички поют, дикие курочки бегают, олени бегают. Просто. Комрад какую-то карту немецкую купил. Сегодня посмотрим. Друзья, смотрите, вот только принота керамика какая. Это деревня просуществует. Тут немецкие солдаты стояли, мы знаем. Друзья, сегодня хотим найти. Сегодня очень место такое, будем его разрабатывать. Не, ну, скажем так, десяток выездов будет. Карта хорошая. Американцам спасибо. Сборка, друзья, аппарата. Оп, быстро. Но, кстати, человек сказал, что сейчас будет уходить от этого аппарата и купит бескатушечный аппарат. А, вот, кстати, ваше мнение, якобы вот то, что переламывается шнур, все время глючит. Это правда? Угу. Не, что, серьезно, ты хочешь, вот ты потом будешь вот эту батарею вот эту вырезать с катух? Да. Вот как сейчас комрады все. Друзья, что вы скажете по этому поводу? Пишите, не дышите. Поехали. Это советская, современная. Давайте. О, собака, наверное, с неё пила. Собака, блядь. Или это британская каска? Каска. Каска? British Helmets. British Helmets Lilliput. Камраден. British Helmets Lilliput. За очень дорого. Пишите. И все смогут спокойно смотреть это видео, потому что спонсор показа данного клипу является немецкие газовые горелки. Немецкие газовые горелки — ваш региональный спонсор. Лайкай, подписывайся, будешь видеть больше. Каждый ваш лайк — это надежда на нового спонсора. Продолжаем раскопки дальше. Друзья, хабарок попёр. Подковка. Подковка, хабарок, да, сейчас будет. На счастье! Нужны Парижу деньги. Селави. Я хабарок-то прёт и прёт, смотрите. Как ранее и говорилось, подкова от немецкого коня, который тягал, очевидно, немецких артиллеристов. 15 см, ГР-18, друзья, часть от немецкой укупорки. Продолжаем раскопки дальше. Да, он, комрад, ищет значок отличника ССС кавалерист. Сегодня, я думаю, он будет нам показан общественности, кладоискателям. Мордоголиком. Сразу первый сигнал, комрады. Первый из таких, ну скажем, приятных. Да, сегодня мы работаем аппаратами Xterra 505. И гарик какой-то там непонятный. И вот такой, друзья мои. Ох, что это сейчас я достану, а? Ох, что это сейчас, друзья, мы на 2 минуты отключимся, поплюем, потрем, старина, да, друзья, царизм, а? Щеточка у меня есть.
Давай. Друзья, вот копеечка, 1859 год. Александр. На заднем плане слышите, да? Человек, которого душит жаба. Александр II. А вот где прямо дорога. По ней ездят мотоциклисты, лесники, бурундуки и эти, которые убивают животных без документов, как их? Браконьеры. Траконьеры ездят. И вот комрада зазвенел еще сигнал. Да нет, там ничего интересного. А вот у меня монета, друзья. Да нету там монеты. Друзья, монета. Угу. Просто комрад обосрался сейчас. Поднять ее? Ну да, ты не можешь вот помочь. Помоги мне, пожалуйста. Вот она. Давай. Монета четкая, друзья. Прям золотяга чую. Вот я уже вижу монетоз, блин. Вот что ты такой? Монетоз? Вот. Вот же. Да позвони этим. Монетоз, монетоз. Монетоз, монетоз. Монетоз, монетоз. Упала. Долго будешь я? На монетоз. Я помолился, друзья, я помолился и... Ух ты, французы? А, не, просто дырку сделали. Ну, плювай уже, разрешаю. Не, дырку дал. А, это румынский? Не-не-не-не-не. 20, мне кажется, статинок. Это кто, болгары, да? А нет, это эти, французы, это подразделение. Нет, кириллиц. А ты что? Какой год? Ну, плюй уже, плюй. Друзья, мы за культурный коп. И чтобы не было харчков вот этих, да, мы-то. Видишь, 20-100 тинок. И в них вот, дырка. Да, дырку. Но дырку это кто-то искусственно пробил. Да, год не указан. А год на другой стороне, плюй. Друзья, в редких случаях можно плевать в кадре, в лицо интервьюеру, оператору или журналисту. Здесь все очень плохо. Друзья. Это болгары, да, статинки? Да. Офигеть. Так, комрад начинает душить жаба. Копает, видите? Комрад копает. А как вы проводите свои выходные, друзья? Лежа на диване, а? Вот он, комрадушка, сейчас что-то достанет. Пока я такую кониночку снял. Конечно, нет, тебе прощения. Ой, блин, я так и думал, что кто-то живет. Возьми лопату, я с той стороны поднять. Давай. А вон она торчит. А что это? Херня. Ну, знаешь, херня, не херня. Воо! Как сегодня грошов нашел. Helmets. English. Друзья. В какой момент надо переходить на все сигналы? Наверное, в тот момент, когда ты понимаешь, что место не замусорено, да? Попадается очень старая керамика, ну и керамика, скажем так, комрады. Сейчас ручку нашел, такой, не знаю, от мебели, наверное, дом старенький, богатый был. А вот еще очень старая керамика. Я думаю, что сейчас перейдем на все сигналы, думаю, будут и наконечники. Некоторым комарадам. Бабарадам. Не трогай, некоторым комарадам и аппараты не нужны, друзья. Зоркий глаз. А он уже достал, он вечно будет. Давай. Что это? А, верховая, да. Ну, она так и будет убитая. Потому что все же наверху пролежала. Нифига себе. Копейка три, одна. Три копейки. Одна. Три копейки. Год. Сейчас скажу. Вот так, друзья. 34 или 31? Ну, плюнь так. Да не буду плевать. Ну, почистим. 31. Кстати, этих окислений нет, ничего нет. Так на поверхности, конечно. Убитая она. Ну что сделаешь? Ну что, друзья, на безрыбье. Первая монета комрада за сегодня. Да.